Трасса «Казачий дозор» в Горках вновь собрала любителей мотокросса. Организаторами соревнований традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Винновское казачье общество и мотоклуб «Юность». Заезды посвящены памяти тренера Владимира Золотарева. Сегодня здесь присутствуют и его дети, и внуки, уже даже правнуки. Присутствует большое количество спортсменов, которые Владимир Николаевич подготовил. Это чемпионы и Советского Союза, и международных соревнований. Это очень важное такое рода мероприятие, когда все могут вспомнить, кем был этот человек, сколько он сделал для нашей родной Видновской земли. В этот раз покорить трассу приехали почти 100 мотогонщиков не только из Подмосковья, но и разных регионов России. Многие из них ученики Владимира Николаевича Золотарева, чей пример вдохновил на занятия этим видом спорта. А среди зрителей также воспитанники легендарного тренера, чемпионы СССР и России. Он был моим вторым отцом в плане того, что он воспитывал добрый, веселый, никогда, скажем так, не повышал голос. Подсказывал много, рассказывал. То есть, ну, благодаря ему, скажем так, мы вот лидировали в СССР. Зимние соревнования традиционно сложные. Скользкая и заснеженная трасса непредсказуема на каждом повороте. Настоящий экстрим, признается звезда мотокросса Иван Здоронок. Сегодня, как и практически всегда, воспитаннику клуба «Юность» удалось стать самым быстрым. На старт уехал плохо, но доехал на первое место. Было тяжело побороться, там с круговыми вмешались. Ну а так все нормально, трассы тоже, погода сегодня не холодно на улице. Среди участников заездов немалая представительниц прекрасного пола Валерия Романенко. Всего 12, но уже несколько лет она настоящий фанат мотокросса. За плечами у юной байкерши и спортивной семьи немало побед, в том числе и у мальчишек. Ну, у меня сначала занимался папа мотокроссом, потом сестра. Ну, мне понравилось, как они занимаются, и мне захотелось тоже. Я хочу дальше заниматься, выигрывать. Тех же ребят, кто пока еще не на байке, ждут в мотоклубе «Юность». Именно здесь растят будущих королей дорог. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.